мы здесь занимаемся. Вот там тоже есть люди. Они тоже ничего не умеют, ничего не знают. Но что-то пытаются делать. Он поехал с Звенигородцев на Белом Ланосе. А это Денис Валерьевич. Всем надоел. Он мне не знает. Что он тебе надоел? Денис Валерьевич, это инструктор по мопедам. Приезжайте сдавать категорию А1. О, экзамен, экзамен. А этот человек пытается сдать экзамен. Непонятно который раз. Он что-то делает. Пытается. Едет. Аля, это тот же самый, прикинь. Нет, это не тот же самый. Пацан тот же самый. Ой, блин, это бакенбарды. Он не поймет, зачем мы его снимаем. А кто это вообще? Не знаю. Зачем он нам махает? Видишь, что мы тянемся? Ну, ага. Скоро экзамен у нас. И мы будем ехать там, где сейчас проезжает эта белая машинка. Она будет трогаться сейчас на горку. Если, конечно, не заглохнет. Так. Угу. Да проезжай ты уже. Тронулся, не заглох. Многие инструктора здесь любят бросить своих учеников и пойти пить чай. Если бы чай. Чтобы не расстраиваться вождением ученика.